Пашинян вылетел с визитом в Париж. Армянский премьер примет участие в церемонии перезахоронения героя французского сопротивления армянского бойца Мисака Манушяна и его жены Мелине. Министр обороны Сурен Папикян в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сегодня с рабочим визитом находится во Франции. Гражданская миссия ЕС в Армении отметила первый год работы. За 365 дней функционирования в Армении миссия провела более 1720 патрулирований, способствуя повышению безопасности и стабильности на армянской стороне двухсторонней государственной границы с Азербайджаном. Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян с рабочим визитом посетит 5 французских городов – Париж, Марсель, Лион, Валанс и Ниццу. Митинг движения «Вместе» прошел вчера в центре Еревана с требованием отставки Пашиняна. В числе митингующих были также насильственно перемещенные из Арцаха. Участники акции держали плакаты с надписями «Требуем отставки Никола Пашиняна» и «Арцахская освободительная борьба продолжается». Азербайджанский террорист, обезглавивший беззащитного старика и совершивший другие зверства в Арцахе в 2020 году, задержан в России по запросу Армении. А на этом видео Зейналы призывает другого азербайджанца к насилию в отношении армян и убеждает, что им ничего за это не будет. «Мои братья, проливайте армянскую кровь, вас как бы то ни было отправят в Азербайджан, вернетесь домой как мужчины. Брат мой, наш президент с нами», — говорит Зейналы. Сейчас же он слезно просит власти Баку не позволить отправить его в Армению. Трусливый подонок. И как стало известно позднее, российские правоохранительные органы выдали преступника Азербайджану, а не Армении. В Армении в 2023 году зафиксирован рост ВВП плюс 8,7%. Это самый высокий в Европе. Технологический сектор вырос на 36,5%. Жилье и общественное питание на 18,9%. Торговля прибавила 24,8%. Обрабатывающая промышленность плюс 3,9%. Строительство прибавило 15,7%. ВВП на душу населения в Армении за последние 3 года вырос почти в 2 раза в долларовом эквиваленте и в 1,5 раза в драмовом. Зарубежные вкладчики, нерезиденты, перестали в больших объемах выводить деньги со счетов в Армении. Общий портфель вкладов в банках Армении по состоянию на декабрь прошлого года составил 5 триллионов 677 миллиардов драмов, чуть больше 14 миллиардов долларов, или плюс 10,8% к декабрю 2022. При этом заметно выросла доля вкладов в армянских драмах, примерно с 45% до 49,4%. Армения еще не определилась с тем, кто будет строить АЭС в Армении. Напомним, что в этом году на армянской АЭС начнется реализация программы продления срока эксплуатации энергоблока номер 2 до 2036 года. На эти цели будет направлено 20 миллиардов 200 миллионов драм. Параллельно к указанному сроку в стране должен быть возведен новый атомный энергоблок. Ранее США предложили Еревану свой вариант строительства малых модульных реакторов. В свою очередь Россия предложила свой проект энергоблока мощностью в 1200 мегаватт. В Ереване продолжаются активные работы по сносу бензозаправочных станций, нарушающих нормы безопасности. Мэрия Еревана с ноября 2023 года начала активные работы по демонтажу бензозаправочных станций, которые не соответствуют градостроительным нормам. Из 242 действующих в Ереване бензозаправочных станций в 43 выявили нарушение требований нормативов пожарной и технической безопасности, которые содержат непосредственную угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Инспекция по градостроительной, технической и противопожарной безопасности Армении сообщает, что если автозаправочная станция располагается вблизи от жилых зданий, ее емкости для хранения должны быть подземными, но в любом случае минимальное расстояние до зданий составляет от 25 до 50 метров, в зависимости от ряда факторов. Я
Я 50 лет работала в соседней школе педагогом до сентября прошлого года. Меня всегда беспокоил тот факт, что мои ученики вынуждены переходить по улице, на которой две заправочные станции. Поскольку все мы знаем, что это очень опасно. Дети — наше будущее, мы должны заботиться о их безопасности. Я очень рада, что наконец-то мэрия города занялась этим вопросом. Я надеюсь, что череда принятия таких решений мэрии позволит нам в ближайшее время жить в более красивом, безопасном городе. Заправочные станции должны быть построены там, где они не будут угрозой для граждан. В свою очередь, мэр столицы Тигран Авинян заявил, что эксплуатация заправочных станций в непосредственной близости от жилых домов должна быть полностью прекращена. И все владельцы объектов, работающих незаконно или с нарушением градостроительных норм, днем ранее собственными силами должны демонтировать эти станции в целях безопасности жителей города. К слову, последние 6 из демонтированных станций по обоюдному согласию демонтировали их владельцы на собственные средства. Жители столицы радушно восприняли данную инициативу мэрии, поскольку считают, что такие бензозаправочные станции могут представлять непосредственную угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. На данный момент ликвидация бензозаправочных станций с подобными нарушениями проводится во всех районах столицы. Сона Галдунц, Эрнест Харутюнян, Хайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. И снова мы обращаемся к состоянию с мусором в Ереване. На это невозможно смотреть. Необходима срочная программа действий по приведению в порядок улиц и подъездов столицы. Обращаемся к мэрии с просьбой предпринять меры к этому, чтобы наша столица выглядела достойно. Не думаем, что у вас дома происходит то же самое, что в центре города. Комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам во вторник во втором и окончательном чтении одобрила законодательный пакет, согласно которому ополченцы будут нести такую же ответственность, как и военнослужащие регулярной армии, совершившие преступления или дисциплинарные нарушения. Речь идет о местном ополчении, которое несет боевые дежурства, а также выполняет боевые задачи. К властям Армении уже обратились 10 человек, готовых заплатить и не служить в армии. Речь идет о гражданах, которые в свое время уклонились от службы и которым сейчас исполнилось 27 лет. В ближайшее время заведенные на них уголовные дела будут прекращены, и они получат новые паспорта. Процедура выглядит следующим образом. Уклонисты возвращаются в Армению, если заранее решили откупиться. В аэропорту их встречают следователи. Они пишут заявление о готовности заплатить, затем дают подписку о невыезде, а после перечисления необходимой суммы уголовное дело прекращается. В Армении планируют узаконить понятие «биологическая смерть» с целью надлежащей трансплантации органов. 19 февраля в Берлине в армянском павильоне Ереванского кинорынка Национальный киноцентр Армении и Национальный центр кинематографии и анимации Франции подписали соглашение о сотрудничестве между двумя странами в области кино и анимации. Национальный киноцентр Армении сообщает, что соглашение касается сотрудничества в следующих сферах киноиндустрии: кинонаследие, профессиональное образование, совместное производство и партнерство с фестивалями. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило тендер на восстановление Русской православной церкви Николая Чудотворца в селе Амракиц Лорийской области. Также власти хотят отреставрировать крепость Лори, жилище раннего бронзового века, средневековый комплекс и оборонительную стену историко-культурного заповедника Агарак. Еще в прошлом году правительство Армении выделило около 430 тысяч долларов на реставрацию. Гуманитарная инициатива «Аврора» с 8 по 10 мая этого года проведет в Лос-Анджелесе ряд специальных мероприятий. Церемония вручения премии «Аврора» и форум по правам человека и гуманизма пройдут в сотрудничестве с Институтом прав человека «Обещание» (Promise) Калифорнийского университета. В Болгарии завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Армения заняла первое место в медальном зачете, завоевав 10 медалей. Второе место заняла Болгария – 7 медалей. Тройку замкнула Италия – 4 медали. Команда Армении завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Чемпионами Европы стали Александра Григорян, Гор Саакян, Вараздат Лалаян и Акоп Макартычан.